Привет, друзья! Вы на моем канале Маргарита. Ребятушки, не забываем про опцию «Суперспасибо» и заказываем треки на любимых исполнителей. Ребятушки, слушаем Стефанию. Поехали, друзья! Ребята, прямо от начала интересно слушать. Мне прям так интересно, что будет дальше. Мне кажется, как будто я фильм смотрю. Вот опять так кажется. Интересно, ребятки. Самая маленькая киска Hello Kitty. В ее сумочке от Gucci прячу линый блист. Ты действительно другая, еще таких не видел. Заполнила все мои мысли, да я от тебя зависим. Эй, самая маленькая киска Hello Kitty. Ну, ребятки, молодцы. Клип красивый, интересный. Мальчики хорошенькие, симпатичные. Голоса чудесные, ребятки, да? Вы знаете, слушать интересно. Интересно, что будет дальше. Мне прям так интересно, ребятки. Слушаем. Тебя зависит, эй, hello, kiss, back, back, на мне. Рай, пьян, бра. Эй, пошел в киску, как ты, обитель, рано хочешь меня. Эй, три вида наркоты во мне, не чувствую лицо. Эй, не чувствовал лицо, поэтому и не писал. Эй, но я не забывал, детка, я не забывал. Эти парни меня так не любят, ведь могу трахнуть их, бля. Но ты у меня одна, ни одна из них не нужна. Эй, hello, kiss, это лежи, мои раны помолчи на мне, так же, как вчера. Что могу сказать? Ну, очень интересный трек, ребятки. Спокойный, не раздражает, не шумливый, а просто сидишь и слушаешь, и наслаждаешься. Ну, реально, ребятки, сидишь, слушаешь и наслаждаешься. Как тебе молодой новый человек, исполнитель? Мне очень нравится. Красивый мальчик, голосочек красивый у него, трек у них интересный, клип у них очень интересный. Ну, песня о любви, ребятки. Про свою девочку, он ее киса называет. Видите, тут у него и везде кисочки дома, игрушки мягкие, и рюкзак с кисочкой, и машины тюнингованы, там кисочки нарисованы. Любит свою девочку. Очень нежно ее называет. Киса, кисуля моя. Мне понравился, ребятки, трек. Очень интересный. Прям вот такой, знаете, простой. Не, вот, знаете, слушаешь его, просто отдыхаешь. Серьезно, ребятки, музыка мне понравилась, все мне понравилось. Молодец, молодец, мальчик.